Новой Англии могут возникнуть проблемы с дефицитом сжиженного природного газа. Цены на сжиженный природный газ вырастут в несколько раз, вызвав новое волнение в США. Согласно последней информации, Америка бьет все новые рекорды по экспорту сжиженного природного газа. Несмотря на это, на северо-востоке страны ожидается дефицит топлива через несколько месяцев. Данная ситуация вынуждает американский регион бороться за импорт сжиженного природного газа с Евросоюзом. В прогнозе Федеральной комиссии по регулированию энергетики США отмечено, что этой зимой цены на газ в Соединенных Штатах повысятся. Ожидается также дефицит сжиженного природного газа в некоторых регионах страны. Кризис сильно ударит и по другим странам. К примеру, Англия очень зависит от импорта топлива. Это значит, что Северо-Востоку будет нелегко. Ему придется столкнуться с серьезными вызовами. Известно, что данный регион не имеет достаточного количества трубопроводной инфраструктуры, а Америка не может помочь в связи с тем, что не хватает достаточно кораблей, способных перевозить голубое топливо. Тем не менее, американские и европейские политики заявляют, что не собираются возвращаться к закупкам российского газа, несмотря на то, что это был самый выгодный вариант. Если у Европы и США получится отказаться от российского газа, то в России будет его избыток. Возможно, это подтолкнет правительство газифицировать собственные регионы. На данный момент многие регионы газифицированы менее чем на 20%. Люди отапливают свои жилища дровами. Очевидно, что это неправильно для страны, которая является одним из крупнейших поставщиков газа за рубеж.